Всемирно известная американская поп-звезда Мадонна дала бесплатный концерт на пляже Купакабана в Рио-де-Жанейро, превратив его в огромный танцпол, заполненный множеством ее поклонников. Это выступление завершило мировой тур певицы Celebration, стартовавший в октябре в Лондоне. По оценкам мэрии города, шоу посетили 1 600 000 человек. Это более чем в 10 раз выше прежнего рекорда Мадонны – 130 тысяч человек в парижском парке Со в 1987 году. Официальный сайт певицы называет это шоу самым крупным за всю ее 40-летнюю карьеру.